Базе Альбатрос. Такие домики. Магазинчик рядом сразу. Пойдем. Славик. Везде музыка играет. Есть большая база такая, да? Слава. Да. Знаешь, тоже корпуса есть. Есть домики, есть со всеми удобствами, есть без удобств. Магазинчик еще один. База Альбатрос вот такая. Ничего, тут тоже прилично, так зелено, все красиво. Хорошая дорога. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Что за магазинчик. Ой, тут даже... Ух ты. Даже бильярд есть. Здравствуйте. А тут больше как барчик такое все, да? Рублей пломбир. Это игровая доска. Это бильярд называется, бильярдный стол. Я хотела бы поиграть. Никогда не играл. Пойдем. Пойдем вокруг, так обойдем. А ты знаешь, что там все посмотрим? Что? Куда ты хочешь? Куда? Здесь уже, наверное, домик, здесь магазинов, наверное, нет. Вот, буквально вот этот забор, это изгородь. Там дальше прибой идет. Какие-то административные здания, похоже. Лодка, да. Он, видишь, рыбу сушат. На Альбатросе очень много частных домиков. Здесь много хозяев на одной территории. Каждый делает под себя. Вот это кружочек, это для баскетбола. Да. Это самая крайняя база такая. Ну, хотя сейчас там новые построили практически на косе. Есть еще душевые, есть, да. Так же, как и на прибое, есть душевые. База на самом деле не маленькая такая, я бы сказала, большая она. Это вот база прибой и база Альбатрос, это две самые большие базы тут на территории Стерегущего. И самые они популярные по доступности. Вот такие вот домики. Вот как в деревне идешь, и каждый сам под себя дом построил на территории. Да, вот каждый себе домик строит, вот разных стилей. Можно приезжать, договариваться. Вот улица вот такая вот. Деревня возле моря. Морская деревушка. Вот так вот сделали красиво. Каждый облагораживает, каждый сад какой-то делает возле домика. Договариваются, берут кусок аренды. Себе земли в аренду. Даже плодовые деревья высаживаю. Смотрите, как красиво. Такая себе сельская улочка. Без асфальта тут идет. Да. Я видел. Тоже мангальную зону делают. И у нас
на улице добрая. Роз сколько цветет. Знакомая? Одноклассница. Одноклассница тут живет. Вот видишь, как. Вон и качели есть. Ага. Тоже мангальчик. Он даже ставит вот такие вот бочки большие и делает из них домик. Вот такую бочку нам предлагали продать. Какую? Вот такую вот. Круглая бочка. Видишь, сзади, в которой живут. Уличный туалет еще один. Тоже мусорки. Туалет, наверное, подпрыгивающий эффект. Ну, все, там уже территория заканчивается. Насколько я знаю, по-моему, это совхозная раньше база была тут с Раздолинского района. Ну, сейчас она вся по частным рукам. Такая атмосфера здесь интересная. Территория полностью открыта. Куда ты? А что, там есть что-то? А? Куда? Тоже. По кустам пошел? Туда нельзя ходить. А что там? Потому что там уже... Там уже закрыто? Да. Пошли. Я же говорю, куда ты в кусты пошел. Идем сюда. Сворачивай на дорожку. Там уже конец базы. Вот тут уже даже какие-то камыши. Вот там в домиках, я знаю, вообще полностью они благоустроены. Я там была. Несколько комнат, душ, туалет внутри. Пойдемте посмотрим, что на море поменялось. С утра было оно очень даже штормовое. Сейчас посмотрим, что там. Навес еще один стоит. Что, чистая? Что, можно приходить купаться? Волной, но море чистое, более-менее уже такое. Значит, дальше оно вообще чистое будет. Значит, комки дальше не будет. Ее все сгоняет на эту сторону. А вот там вот уже ее не будет, скорее всего.